Гранд-финал этого прекрасного турнира. Quake Pro Community Tournament. Рафа против Сайфера. Рафа выходец из верхней сетки, Сайфер из нижней. Формат игры Double Elimination. Если я правильно понимаю, то... Сайферу, чтобы выиграть, надо победить в двух Best of 5. Рафе, чтобы выиграть, нужно победить в одном Best of 5. Поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, вот такие вот правила. Погнали, ребятушки. Через 3. Приятного 2, просмотра. 1. В бой. Так, Exile, я рейнджер. Что мне сделать? Так, красный, чик-чирик, хорошо. Рельса, ага. Между красным и мигой. И есть дилей 8 секунд. Учитывая сферу рейнджера, можно и добежать. Плотненько настреливают, хорошенько. Однако ни у кого не удалось решающий дамаг нанести. Рафа все-таки остается на платформе. Мгновение, дабы изучить тайминги, сейчас предпримем. Пинги. У Рафы 116. Играет сейчас на сервере от Лёхи. Ой! Ой, вот такой вот дамажец, ребята, держал на расстоянии. Не надо, говорит. Не надо сближаться. Социальная дистанция. И как только на нужную дистанцию отвел Сайфера, это рельса. Чик, первый фраг. Первая минута венчалась 1-0. Заходит на деф красного. На атаку, вернее. Сайфер и забирает ее. Рафа аккуратничает, и первый 90 сфера дает возможность забрать мигу. Ну просто на грани. На грани действует Рафа. 14 хп. Что же ты будешь делать, сынок? Вот это вот, да. Сайфер явно на манере, не хочет просто так отпускать дружочка своего. 5 секунд до миги. И Сайфер за неимением пушек, конечно же, не будет ее атаковать. Хорошо. Хотя бы тайминг понять. На сотку прилетает сверху ракета. Рафа, я так понял, ну, виртуоз в этом искусстве. 90 хп только что мгновенно практически было выбито из супермашинки с приближением. И Рафа, зачудив этот прикольчик, поднялся нестандартным немножко образом через этот джампад. Интересный момент. И оказался сзади Сайфера. 3-1. Счет, ребята, 3-1. И Рафа как бы не на своей карте и ведет. Красиво, вау-ва. Так, окей. Сайфер все-таки берет контроль в свои руки. Хорошо, красный на его стороне. И здесь начинается интересное. Рафа плюс Бэча собирает пушки. Not bad! Эх, все что можно засовывает этот Рафа, но... Сайфер тоже не лыком шит, и 3-3, и сравнивает счет. Ракета имеется у Рафы. Или он еще не успел на джампад? Нет, еще не успел, оказывается. Я думал, он с джампада пришел. Этим и пользуется Сайфер и делает свой победным в этом файте. Четвертый, и вот следом за ним сразу и пятый фраг. Неплохо держится Алексей. 2 секунды до миги. С помощью ракет-джампа позволил себе взять его с минимальным штрафом. Рафа терпит и не держит. Ни хрена не держит. Почему он сюда бежал? Неужели это нельзя было прочесть? 6-3, Exile. Раф
Рафа снова, смотрите, вот он просто бежит вперед. Давит темпом, так скажем. Не в первый раз я уже замечаю в подобных матчах нечто от Рафы. И, если честно, со стороны кажется, что это сумбурность и аркада, но все-таки, учитывая скилл Рафы мирового уровня, это имеет все-таки некий подсмысл. Мне кажется, учитывая пинга, только лишь и можно что такой вот стратой подыграть. Словить оппонента на том, что он не готов к этому темпу. Танцует на сплэшах. Ай! Как же сильно Рафа рисковал, ребята. Подумал о том, что Сайфер ушел на заем желтого, как минимум. Думал, проскочит, но как утку просто северную. Вот это... Готов, Шоги. И это 8-3, уже не детский счет. Сайферу даже можно немножко расслабиться. Его карта все-таки взяла свое, мне кажется. 4,5 минуты и 5 фрагов разницы. Сайфер на контроле. Ай, да, вторая рельса все-таки лишила жизни Сайфера. Не пожалеет Рафа. Нет, не пожалел. Все-таки мега на его счету. Сразу прочел позицию оппонента. Окей. Работаем. Отличный фраг от Сайфера, ребята. На минимуме хп оставались оба киберспортсмена. В очень правильной точке только что забазировался, выпустил дрона строг. И, как мы видим, разница во фрагах только выросла до 5. Ну, спросите, ну охуенно, охуенно вообще. Ну, я смотрю, вообще, ну класс. Ну, вкусно, по сути своей, вкусно. И мега достал, ну, вообще, вообще, ну, шикарно. Шикарные просто, я вам говорю. Я отвечаю просто. 11-5, ля, ну. Ну, красиво просто. Так. Ах, рельсочка не зашла. Эх, ну чуть-чуть не хватило. 6 хепасио. У Рафы 6 хепасио. Мне кажется, это два раза уже в этой игре было, что Рафа оставался на таком минимуме. Дерется Шейн, предлагает себя, вы видите? Как, ребята, вот на дорогах, пробках, надо себя предлагать машиной, да. А то так и будешь стоять, да, в правом ряду. Так. Сайфер явно начал плюс-бэчить, и неплохая тактика. Зачем вообще тратить силы вообще? Если ты ведешь 5 фрагов и 2 минуты осталось на Эксайле. Чё ты, ну... Ну, конечно, ну не надо. Пусть идут умеги свои, ну, думает. Пусть вот это все там, все он берет, все делает. Все оно очень будет хорошо. Время, оно чик-чирик. Время идет, солдат спит, служба идет. Все хорошо, ну, приписка. Вот. Обожаю, ребята, когда солдат спит, а служба идет. Вообще просто шикарно, ну, просто. Как вот сейчас себя Сайфер чувствует на Эксайле, так такие же впечатления. Опа, рельсочка. Теперь, ребята, да, когда такой планка задрата по фрагам, что... Ну, я хрен его знаю, я не знаю, что надо сделать, чтобы выиграть. Время для энтузиазма, назовем его так. На расслабоне чисто, ну, знаете, прицелился вот так глаз и постреливает сдалека Сайфер именно. Ну да, сейчас упал. Ну, вроде бы налегке, так налегке прошло. 1 минута и 7 фрагов для Рафы.
Сможет ли это чемпион мира, ребята? Лучший киберспортсмен Америки Рафа сегодня в гостях у Андрея Нулэксдета и дерется в гранд-финале. Сможет ли? Всего лишь 8 фрагов и 40 секунд. Чик-чирик. Ай. 30 секунд, 7 фрагов. Кто-то еще может в это верить, ну, ребята. Чик-чирик. Ха-ха-ха. Ну, конечно же, это нереально, ребята, я с полной уверенностью рисую в турнирной таблице первую карту за Сайфером. С достаточно разгромным счетом на своем сервере удается Алексею обыграть Шейна и откровенно GG. 20 фрагов не будет, но 19. Победа. Как пить дать, ребята, как пить дать просто. GG.